сентября 23-го. Дорогой друг мой, третьего дня был у меня выбор. Я испугалась и не могла тронуться с места. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец взял меня за руку и сказал: Анна Федоровна, преподлая женщина, она вас погубила, и я в этом случае под лицом оказался. Дело житейское. Пришел Быков, я бросаю письмо неоконченное.